1919 год. В среде коллекционеров старинного города Наньчан неожиданно возникли тайные волнения. Неизвестно откуда сразу появились больше 20 печатей с гравировкой в стиле джуань работы известного мастера династии Цин Джао Джицяня, вызвав ажиотаж среди коллекционеров. Ведь печати мастера Джао Джицяня – ценная редкость в мире коллекционеров. Что уж и говорить о 20. Человек, заполучивший хотя бы одну, уже перестает быть простым коллекционером. Вот что чудо, когда коллекционеры, достав печати, хвалились друг перед другом, они заметили, что узоры многих печатей очень похожи. Так откуда же взялись эти печати? Спустя недолгое время всплыла наружу вся истина. Коллекционеры и представить не могли, что печати в их руках – фальшивки, вышедшие из рук 15-летнего юнца. Когда гнев прошел, то все заохали и заахали. Как же такое может быть, что такой молодой, а такая тонкая работа? Кто бы мог подумать, что он может всех обмануть? Еще более удивительно то, что это происшествие подтолкнуло юношу взять себе совершенно новое имя. И через несколько лет он, неся это имя, вступит в ряды великих мастеров национальной китайской живописи. Его имя было Фу Баоши. Нанкин – древнее название Динлинь, город в Китае, известный каждой семье. Древняя столица 6 династий, столица 10 династий. Этими названиями невозможно описать этот сверкающий город с 6000-летней культурой. Это Нанкинский музей, известный как один из 4 основных музеев Китая. Сегодня музей хранит редчайшие в мире реликвии. Они не только гордость этого старинного города, но важная составляющая часть китайской культуры. Однако же в этом месте, хранящем в себе память всей китайской нации, некий современный художник смог навечно занять свое место. Это Фу Баоши. Баоши先生是新晋文化派的旗手标志领军人物，我认为，Баоши先生最大的贡献就是为中国化证明，为中国化的在新社会的发展杀出了一条血路。胡老师是位大师，是位天才的，是位非常富有才气和豪情的艺术大师。Экспрессивные пейзажи, изящные красавицы, интеллигенты с превосходными манерами – это и есть тот мир искусства, в который погружает нас Фу Баоши.
Если уж его произведения сумели занять свое место рядом с национальными достояниями, чтобы вместе нести на плечах ослепительную культуру и историю города, то, конечно, такой мастер непременно имеет особенные отношения с этим городом. Однако же, углубляясь в историю Фу Баоши, мы обнаруживаем, что этот выдающийся человек, называемый лидером новой нанкинской школы живописи, оказывается, до 30 лет ни разу не ступал на землю города Нанкина. Это великий мастер китайской национальной живописи обрел особую славу в Нанкине. Всю жизнь учившийся рисовать, он, тем не менее, никогда не имел наставника. Его квалификация учителя подвергалась сомнению. До 13 лет он не учился в школе. В детстве он не только не имел ни малейшего отношения к рисованию, но и прокормиться для него было проблемой. На берегу реки Ганьцзян в городе Наньшан, провинции Цзянси, высится первый из трех великих башен Китая терем Тан Ванге. Он стал всемирно известным благодаря словам поэта династии Тан Ван Бо в предисловии к стихам «Терем Тан Ванге». Гаснущая заря парит рядом с одинокой уткой, даль осенней реки слилась с небосклоном. Вот в этом городе и вырос Фу Баоши. Только вот величественная культура терем Тан Ванге не имеет почти никакого отношения к годам его отрочества. С первого дня, как он раскрыл глаза, он увидел вовсе не слияние реки и небосклона, а грязную улочку в трущобах. Сегодня Наньшан – оживленный цветущий город. Хоть время давно стерло следы прошлого, но 100 лет назад район Цзянь-де-Гуань был трущобами, где вперемешку жили люди, приехавшие на заработок из деревень. 26 августа 1904 года по лунному календарю на этой улице в доме мастера, латавшего зонтики, родился Фу Баоши. При рождении бедные родители дали ему имя Чангшан, что значит «долголетие», надеясь, что он сможет найти средства к существованию. Много лет назад отец Фу Чангшена преждевременно скончался от туберкулеза. Когда он родился, отец уже был болен. Такая инфекционная болезнь, как туберкулез, в то время была обыденным явлением в трущобах. Заболевшим только и оставалось, что беспомощно ждать смерти. Начиная с первого дня в мире людей, Чангшен видел чахотку и нищету. Возможно, это с малолетства воспитало в нем инстинкт и стремление избежать бедствий. На тесной шумной улочке, несмотря на изобилие ремесленников вокруг, глаза Чангшена всегда устремлялись на лоток, где гравировали надписи. Нам неизвестно, по какой причине Чангшен пристрастился к гравировке. Но то, что случилось дальше, заставляет нас думать, что художественная карьера легендарного мастера началась именно в этой маленькой лавке. Сегодня вблизи терема Тан Ванге по-прежнему стоят несколько гравировальных лавок. В них приходят покупать из интереса или на память. Но более 100 лет назад печать, содержащая имя и фамилию человека, как удостоверение личности сегодня, была нужна почти каждому. Того мастера гравировки из переулка звали Джан. Он каждый день мог получить несколько заказов. По сравнению с починкой зонтиков, его работа была не только легче, но и прибыльнее. Так как Чангшен всегда заглядывал под руку, мастер Джен брал непригодный камень и гравировал смышленому Чангшену печать. Маленький камешек окрашивался штемпельной краской, и им можно было напечатать свое имя.
Это приводило Шаншена в бесконечный восторг. И хотя гравировальная лавка превратилась в чудесную мечту Шаншена, в сердце его матери Сюй теплились иные надежды. Это единственный фотопортрет матери Фу Шаншена в последние годы ее жизни. И хоть по ее наряду не видно, что некогда семья Фу жила в нищете, упрямое выражение ее глаз выдает человека, познавшего крайнюю нужду. 我这个奶奶啊，是一个奇女子，年轻的时候是一个财主家的一个丫头，因为长得漂亮，那个老爷啊，对她动了心思，对她动了心思以后，那个老爷的婆娘啊，就非常生气，然后就找了一个媒婆来说，你把她嫁出去，说一分钱都不要，嫁到最穷最糟糕的人那去。 Мы предположить не можем, как она, опозоренная молвой, молча встала на ноги. 我这个奶奶呀，是一个女中豪杰，虽然她并没有读什么书，但是知书识礼，非常懂道理。周围，我爸爸老讲说，周围几条巷子，如果说有什么人，就是好像是这个吵架呀、斗殴啊，或有什么事情，理不清理数不清理还乱的事儿，都会最后就到我奶奶那里去，最后给她摆平。 Возможно, в глазах матери мастер Джен из гравировальной лавки был всего-навсего ремесленником из трущоб. Она совсем не придавала значения страсти сына гравировки. Хоть в семье и не было денег для обучения сына, но когда-то, много видавшей в богатой семье, она привела сына к убеждениям: у людей должна быть цель. Что касается простых людей из трущоб, самая большая власть здесь была у полицейских. Завидев патрульного, мать Шаншена всегда приглашала его в дом попить чаю. И ответственный за этот район полицейский по фамилии Тао стал первым покровителем в жизни Шаншена. 不管是小的时候，他已经到了七八岁，还没读书，没有钱。那个警察对富家印象，对富豪是印象非常好，就是你应该去读书。警察就因为 平常他们在一块，他老在街上转，他对这个孩子印象深刻，就因为这孩子聪明伶俐、好学。这个警察觉得这孩子还听话，我就没钱读书，那就我来教你吧，他认了几个字吧。 Так первые уроки Шаншен получил от полицейского Тао. Вскоре Тао обнаружил, что все те немногие иероглифы, которые он знал, подошли к концу. Посмотрев на смышлевого Шаншена, он придумал способ. 那个警察这个时候就觉得这个孩子靠我那半官之水就不能满足他了，就说你应该去读书，我以我的面子，我带你去介绍一个私塾老师，就到那儿去读吧，就把他带过去了。 Вот так Шаншен получил шанс быть вольнослушателем в частной школе. Уже потом учитель начальной школы увидел, что никогда нигде не учившийся Шаншен может не только гравировать надписи, но и знает много иероглифов. Он любезно за него поручился, чтобы он был дополнительно включен в 4-й класс начальной школы педагогического училища. Сидевший раньше за порогом класса, Шаншен наконец-то вошел в светлую, опрятную аудиторию. Когда он поступил в школу, учитель дал ему имя Фу Жуйлинь. В тот год ему было 13 лет. Не так уж легко сыну мастера по ремонту зонтиков получить шанс учиться в школе. Через 4 года за блестящие успехи Фу Жуйлинь был отправлен в первое дзянсийское педагогическое училище. Так как у него был интерес к живописи, он стал учеником художественных дисциплин педагогического училища. История о стремительном взлете должна была получить продолжение в трущобах в доме мастера по ремонту зонтиков. Но он так и не увидел будущего своего сына. Страдая от туберкулеза, он покинул этот мир. Это Нанчанский высший педагогический колледж. Его предшественником являлось первое дзянсийское педагогическое училище. В начальный период Китайской республики первое педагогическое училище было наивысшим учебным заведением провинции. Что и говорить о ребенке из трущоб, если даже дети из богатых семей должны были иметь особые способности, чтобы поступить сюда.
Поступив в училище, выходец из нищих, Фу Жуйлинь был в числе лучших на уроках живописи. К тому же полученный им навык гравировать печати в стиле джань помог ему быстро стать известным в училище. На досуге он часто копировал печати древних, заставляя одноклассников смотреть на него по-новому. 当时这个刻章的小本是已经逐渐成熟，那么科的模仿的话，中国的前辈，也主要就，这个赵子谦是很重要的一个模仿对象。 Zhao Zhiqiang – каллиграф, живописец и гравировщик эпохи Цинь. Его гравировки в стиле джуань были великолепны и оказали огромное влияние на последующие поколения. Фу Жуйлинь был просто помешан на печатях Zhao Zhiqiang. Его копии были точь-в-точь как настоящие. Это привлекло интерес привратника училища. Когда привратник предложил помочь ему продать печати, неопытный Фу Жуйлинь сразу согласился. Он и предположить не мог, что результат его упражнения в итоге будет продан за высокую цену. Но мелочь, которую он получил за это, навлекла на него беду. Когда все всплыло наружу, разгневанные коллекционеры наперебой требовали сурово наказать фальсификатора. Но директор школы, поняв, что Фу Жуйлиня просто использовали, лично вступился за него. Ценивший талантов директор не только простил учинившего беду Фу Жуйлиня, но еще и предложил ему добропорядочный путь – развивать свои способности, совмещая учебу с работой, изготавливать для людей печати под своим именем. Скоро в газете училища было опубликовано объявление. Кому нужна печать, обращайтесь к кабинету хозяина Баоши Джай, гравировщику Фу Баоши. С тех пор Фу Жуйлинь под именем хозяина кабинета Баоши Джай стал зарабатывать гравировкой печати. На склоне лет Фу Баоши сказал, что он взял это имя потому, что тронут поведением великого патриота и поэта Цюяня, который, охватив руками камень, утопился в реке. А слово Баоши в переводе означает «охватить руками камень». 作为一个有气节、有高尚的情操的这么一个文人，屈原呢是抱石投江。屈原作为一个历史人物，在傅抱石一生当中，会有深刻的印象。所以他后来画了很多很多关于屈原的画。 После этого происшествия сын мастера по ремонту зонтиков Фу Жуйлинь взял себе имя, оставшееся с ним до конца его жизни – Фу Баоши. Наступил 1926 год. За отличную учебу Фу Баоши был оставлен преподавателем в младших классах училища. За оклад в 30 китайских долларов он стал учителем живописи в начальных классах. Он не только перевез мать из трущоб, но и купил даже кое-какую старую мебель, простившись с жизнью на дне общества. Однако счастливая жизнь, не продлившаяся года, завершилась в цветущий праздник весны. В первый день Нового года по лунному календарю мать Фу Баоши обнаружила, что кто-то подсунул под дверь красный конверт. Такого еще не было в семье Фу. Мать и сын были поражены и обрадованы. Но кто же мог поздравлять с Новым годом мать и сына из семьи Фу? Никто и предположить не мог, что в конверте окажется уведомление об увольнении от директора училища. Почему? 到他家去把他请来。
Такие драматические превращения Фу Баоши не видел даже во сне. Только что с местом учителя начальных классов он потерял кусок хлеба, как тут же занял должность учителя в широко известной средней школе. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Это квадратная печать, на ней выгравированы слова, свихнувшиеся на печатях. Фу Баоши изготовил ее во время учебы в первом педагогическом училище. Мы можем предположить, что в то время Фу Баоши увяз в работе над печатями. Гравировка раскрыла его талант, он был счастлив и доволен. Однако, когда он вступил в общество, реальный путь не мог стать гладким только благодаря тому, что он, свихнувшийся на печатях. Это был первый урок, который жизнь преподала Фу Баоши. Эта фотография была сделана, когда Фу Баоши только вступил на должность учителя живописи первой нанчанской средней школы. Чистый и светлый взгляд, кажется, таит в себе чуточку беспокойства. Тогда доход учителя средней школы составлял 120 китайских долларов. Согласно правилам школы, после вычета 10% оставалось еще больше 100 китайских долларов, а это уже высокий доход. Возможно, Фу Баоши, которому только что исполнилось 22 года, тревожился о таком небывалом отношении к себе. В этот год он написал монографию «Учение о гравировке печатей». В художественной галерее Фу Баоши в Нанкинском музее мы сфотографировали рукопись «Учение о гравировке печатей». Эта рукопись состоит из 50 тысяч иероглифов, аккуратно написанных мелкими штрихами в стиле кайшу. 22-летний учитель с дипломом выпускника педагогического училища смог написать книгу и основать учение, что в то время было уникально. Но еще удивительнее то, что даже сам Фу Баоши не мог предположить. Это никогда не издававшееся сочинение спустя несколько лет в корне перевернет его жизнь. То, что случилось потом, показало, что беспокойство Фу Баоши было не напрасным. За 6 лет его преподавания в средней школе нашлись люди, которые дважды подавали коллективные жалобы в департамент образования, ставя под вопрос квалификацию Фу Баоши. Как выпускник педагогического училища может отвечать требованиям преподавания в средней школе? Департамент образования строго приказал учебному заведению разобраться в этом деле. Тогда директор нашел лучшее решение. Он собрал всех людей, подавших жалобу, чтобы вместе послушать, как ведет урок Фу Баоши. Директор сказал, если он плохо ведет урок, то нужно его сразу уволить, если же хорошо, то он останется. Его выдающийся талант покорил всех в аудитории. Это прославленное живописное место Нанчана – озеро Дунху. Эта улица за мемориальной аркой называется Сяодзясян. Больше 100 лет назад она была районом, где жили богачи. В те времена самым процветающим семейством на улице Сяодзясян была семья Ло. Как минимум половина домов на этой улице принадлежала семье Ло. Хозяина усадьбы Ло звали Ло Хунбинь. Он из рода торговца, вышел в отставку в чине начальника налогового управления и имел 3 жен. Еще в тот год, когда Фу Баоши поступил на должность учителя средней школы, в доме Ло оказался свободный дом, который сдавался в аренду за 30 китайских долларов в месяц. Многие были удивлены тем, что Фу Баоши, выделив 1/3 своего оклада, арендовал дом у семьи Ло. Хоть это и не было собственным домом, но для Фу Баоши, выросшего в трущобах, это было свидетельством его усилий. В конечном счете он обеспечил матери приличную жизнь. В 1929 году Фу Баоши едва исполнилось 25 лет. В глазах людей он был довольно известным в кругах гравировщиком, хозяином кабинета Баоши Джай, признанным в научном сообществе талантливым молодым учителем, живущим в доме семьи Ло молодым ученым, а также любимым учениками молодым учителем с прекрасным чувством юмора. Тогда он и не догадывался, что кто-то постоянно тайно наблюдает за ним. Девушку на этой фотографии зовут Ло Шихуэй.
Когда в 17 лет она поступила в первую провинциальную среднюю школу, Фу Бауши был ее учителем. Она постучалась в сердце Фу Бауши. Ло Шихуэй была замечательной женщиной. Ее поступление в среднюю школу совпало со взятием Наншана армии Северного похода. Она решительно стала принимать участие в работе женского союза под руководством Цай Чан. Перед вступительными экзаменами в первую провинциальную среднюю школу она на одно время покинула дом, чтобы отдать свои силы делу революции. Хоть Ло Шихуэй и родилась в богатой семье, у нее был совершенно свободный и независимый образ мышления. Несмотря на то, что вокруг нее увивалось множество богатых ухажеров, она, напротив, устремила взор на молодого учителя, который своими собственными усилиями изменил судьбу. Тем временем Фу Бауши постепенно увлекся Ло Шихуэй и в итоге тоже влюбился в эту наполненную духовной силой ученицу. Отец Ло Шихуэй, Ло Хунбинь, был категорически против их отношений. Хоть Ло Хунбинь и восхищался этим блестящим молодым человеком и даже пригласил его быть частным учителем своего сына, слишком велика была пропасть между их семьями. Удивительно, но их связь обрела поддержку матери Ло Шихуэй, второй жены Ло Хунбиня. Положение второстепенной жены принесло ей свою собственную жизненную философию, и она не только поддержала связь дочери с Фу Бауши, но и предложила им план – сначала привлечь на свою сторону первую и третью жен отца Ло Шихуэй.他那个三太太在家里很有地位，喜欢看戏，好玩的。傅宝石的给他送戏票钱，他就看戏。所以他这个小妈妈对傅宝金印象特别好，总是在丈夫面前夸奖傅宝石。罗师傅的大妈妈爱财，傅宝石经常给他送点绸缎啊、衣服料子啊，他就高兴了，他就在丈夫面前说好话。所以当傅宝石正式向罗师傅家里求婚的时候啊，他爸爸就同意了，都已经料到了这么个结果。 1929 год был самым счастливым в жизни Фу Бауши. Этот выдающийся учитель живописи в средней школе опубликовал первый труд в своей жизни «История развития китайской живописи». Быть может, его энтузиазм и талант тронули господина Ло, он, в конце концов, принял усердного и любознательного зятя. В центре Нанчана стоит знаменитое здание архитектуры в стиле Хуэйчжоу – павильон Шуэйгуаньинь. 84 года назад здесь играли торжественную свадьбу. Бедный интеллигент добился девушки из высшего общества, а эта девушка, к тому же, его ученица. Эта удивительная история рассказывалась на всех улицах города. Гости прочувствовали размах пышной и оживленной свадьбы. Рассказывают, что блюда на банкете были до того изысканные, что даже дамы и девушки из богатых семей складывали недоеденные деликатесы в ведра, чтобы унести их домой. В своей жизни Фу Бауши очень мало писал стилем лишу, но в вечер свадьбы он, тем не менее, написал 8 иероглифов квадратом около 70 сантиметров. «Небесами союз наш скреплен, отгремели свадебные барабаны». Через много лет Ло Шихуэй сказала своим детям, что в тот день она увидела, что Фу Бауши незаметно убрал дощечку для лавки по ремонту зонтиков под кровать в комнате для новобрачных.